Для сотрудника РФЭАД СМНЕЕФ Юрия Пенигина участие в чемпионате России по самбо среди мастеров-ветеранов стало традицией. Шестой год подряд он представлял наш город на соревнованиях. Каждый раз на чемпионат приезжают все новые и новые соперники. По словам спортсмена, уровень участников в этом году был значительно выше. В этом году были ребята, с которыми я не встречался, не боролся, то есть новые. Вот. И уровень этих ребят был повыше, чем вот до этого 2 года я последний ездил. Вот. Поэтому с ним было, конечно, интересней бороться. А так, в общем, конечно, чемпионат ежегодный, они стараются что-то изменить, что-то улучшить. Организаторы стараются в интересных городах провести, приурочить каким-нибудь праздником. В этом году чемпионат посвятили 75-летию победы в Великой Отечественной войне. В нем соревновались около 220 спортсменов из 39 регионов нашей страны. Саровчанин выступал в весовой категории до 100 килограммов, в возрастной группе от 45 до 49 лет. В первой схватке с мастером спорта из Санкт-Петербурга Юрию удалось одержать победу со счетом 2-1. Второй соперник из Москвы оказался сильнее. В итоге наш спортсмен занял 2-е место. На этот чемпионат поехал я заболевшим. То есть у меня уже не та была, конечно, форма, потому что готовишься, к пику подходишь. И когда уже с заболевшим борешься, то не то, отвлекает все. И не хватило мне функционалки, конечно. По физическим качествам я его не уступал ему. Функционалки я, конечно, это сдал из-за болезни. Юрий старается не пропускать ни одно соревнование в России, Европе и мире. Спортсмен тщательно готовится к каждому из них. За 2 месяца до чемпионата саровчанин начинает тренироваться ежедневно, отдыхает только на выходных, чтобы организм восстановился. Уже как бы не первый год уступаем, уже знаешь, как нагружать. Вот. Стараешься перед соревнованием больше на ковре, конечно, на функциональную подготовку налегать. Только вот минус то, что партнеров у нас проблема. Один-единственный вот у меня партнер есть, слава богу, приехал молодой. Вот так вот с моим весом, да моего как бы уровня нужно партнеров менять, потому что без борьбы очень сложно выступать. Спортсмен 4 раза выступал на мировых соревнованиях по самбо и стал 2-кратным чемпионом. Юрий надеется, что карантинные меры в связи с коронавирусом ослабнут. По плану у борца участие в осенних чемпионатах мира по дзюдо в Кракове и по самбо в Норвегии. Дарья Козина, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров 24.